фигурном катании нет ничего лучше Japan Open. Это в уникальном командном зачете, в котором участвуют как действующие фигуристы, так и вышедшие на пенсию спортсмены, соревнуются только в произвольной программе, а их индивидуальный результат добавляется к командному зачету. Соревнования с участием трех команд – Японии, Северной Америки и Европы – пройдут на суперарене Сайтаме неподалеку от Токио в эту субботу, 7 октября, на том же месте, где проходил чемпионат мира 2023. Двукратная действующая чемпионка мира Сакамото Каори, домашняя звезда, возглавляет сборную Японии, в которой также входит недавно вошедшая на пенсию Миахара Сатока. Мужской состав входит Тамона Казуки и Шимада Кашира. Американец Илья Малинин возвращается на место своей бронзовой медали чемпионата мира. К нему присоединяются Изабель Левита и ветераны США Джейсон Браун и Марайя Белл. В сборную Европы входит двукратная медалистка мира Лена Хендрикс, французский Эвин Аймас, многообещающий Кими Репан из Швейцарии и Мариси Кисилашвили из Грузии. В субботу вечером состоится показательное мероприятие, в котором выступят действующие чемпионы мира в парном катании Рики Миура и Риючи Кихара, а также олимпийские чемпионы танцев на льду и пятикратные чемпионы мира Габриэла Фадакис и Тимон Тизеро. На этом у меня все. Всем пока!